Основным законом, который регламентирует деятельность общественной вещательной компании, является закон о телерадиовещании, который был принят 1 марта 2016 года. В данном законе указано четко, что именно Народное собрание является учредителем общественной вещательной компании. Общественная вещательная компания ГРТ функционирует на основе общественного финансового капитала. Органом контроля или надзора за деятельностью общественной вещательной компании является наблюдательный совет, который формируется Народным собранием Гагаузии. Сегодня, к большому сожалению, в силу того, что имеет место определенный правовой нигилизм со стороны органов публичной власти, некоторых органов публичной власти, а также со стороны лиц, которые дезорганизуют деятельность общественной вещательной компании ГРТ, имеет место неисполнение как закона АТО Гагаузии о телерадиовещании, так и постановления Народного собрания АТО Гагаузии от 30 марта 2018 года. Что касается деятельности общественной вещательной компании, к большому сожалению, можно сегодня констатировать тот факт, что ГРТ не может полноценно функционировать в силу того, что наблюдательный совет не имеет возможности осуществлять свои функции надлежащим образом, предусмотренные действующим законодательством. Сегодня имеется очень много вопросов и отсутствуют причины игнорирования или невнимания ко всем вопросам, которые имеются не только у общественной вещательной компании, но и у органов публичной власти. Мы бы хотели в первую очередь определить и некоторых представителей публичной власти, в том числе общественность, в том плане, чтобы они понимали, что любое неисполнение закона влечет, как правило, за собой юридические последствия, то есть юридическую ответственность. И мы сегодня обратимся в компетентные органы, правоохранительные органы, с заявлением, чтобы соответствующие лица были привлечены к ответственности, так как имеет место игнорирование положений действующего законодательства и Республики Молдова, и АТО Гагаузии. Мы сегодня часто жалуемся, что якобы представители Кишинева игнорируют положение действующего законодательства и не соблюдают законы АТО Гагаузии, но в первую очередь законы АТО Гагаузии не соблюдают некоторые представители публичной власти АТО Гагаузии, и в том числе определенные граждане, которые считают, что их определенные меркантильные и узкокорпоративные интересы являются, так скажем, более высокими ценностями и ориентирами, нежели верховенство права. Запомните раз и навсегда, верховенство права является основой для любого демократического общества и государства. Сегодня Гагаузия строит демократическое общество, и в демократическом обществе анархия, вот этот беспредел, который имеет место сегодня, неприемлем. Я призываю еще раз руководствоваться холодным разумом, а не узкокорпоративными определенными интересами. Бюджетные деньги должны тратиться именно в общественно полезных целях, а не для обслуживания определенных узкокорпоративных интересов. Как бы обидно ни было, сегодня все-таки народ обладает высшей властью. И сегодня в первую очередь власть должна осуществляться от имени народа. И контроль за деятельностью общественной вещательной компании должна осуществляться не исполнительной властью, а народным собранием и формируемым ею органом, наблюдательным советом. Я все-таки считаю, что вот эти действия, которые выходят за пределы всех писанных и неписанных законов, должны быть квалифицированы как правонарушающими действиями. И соответствующие органы полиции и прокуратуры должны привлечь виновных лиц к ответственности.